Ну что, друзья, на сегодня второй ножик, тоже в темном, красавчик. Этот ножик едет в город Киров Михаилу. Михаил заказал очень давно, надо сказать, в декабре, и только объявился позавчера, по-моему. Некоторые люди беспокоятся каждый день. А Михаил спокойно. И самое главное, ошибка моя в чем? Он не записан был. Вот в чем проблема. Так что переношу свои извинения, Михаил. Но вот, тем не менее, ножик стал вот таким красивым капом. Таль рвелка, новое клеймо и ставочка чубуков. В то время, когда Михаил заказывал, таких красавчиков не было. Не было. Таких блестящих, острых. Тем более, сейчас Тормик затачивает очень хорошо. Буквально волос разделяет. Очень острые, резкие. Ну что, Михаил, получай свой ножик 13, длина клинка рвал. Вот такой ножик мостный. Вот. Так что поздравляем. Вот иду в почту. Сегодня отправляю. Заказывайте, ребята, заказывайте.